Всем привет! Сегодня я беру вас с собой в секонд-хенд. Очень симпатичные домашние рубашечки могут быть, но тема нашего похода сегодня будет совсем другая. Сегодня мы с вами посмотрим платья. Любимая тема всех женщин. Ну да, ведь скоро весна, и, может быть, есть смысл обновить свой гардеробчик. Посмотрим, какие платья можно купить в этом секонде. И даже, может быть, кое-что мы примерим. Пробежавшись по свитшотам, выбор которых тоже, кстати, очень большой, я иду к платьям. Буду показывать модели и стараться показывать их цены. На первом этаже этого универмага цены довольно демократичные. А вот на втором цены повыше. На этого симпатичного красного платья 95 гривен и плюс 30% скидка. Обратите внимание на этот винтажный рукавчик. Похож на бабушкин рукав. И это, между прочим, велюр. Очень красивый цвет, похож на цвет Тиффани, но камера не передала. Я люблю вещи в клеточку и взяла это платье примерить. Сон этого платья очень элегантный, женственный. Вы видите, какая хорошая фирма, и воздушная ткань, натуральная. Тоже примерила это платье. Сегодня на все платья скидка 30%. Встречается много трикотажа, причем натурального трикотажа, много хлопка и даже льняные платья. Вот очень симпатичное платье, мне тоже понравилось. Яркое, на лето прекрасно. Это тоже натуральная ткань и цвет приятный фиолетовый. Синее платье с белым воротничком – это вечная классика. Была удивлена, что за такие небольшие деньги можно было купить платье из натуральных тканей. Встречались как платья из плотных материалов, в основном трикотажа, так и уже летние легкие платья на лето и теплую весну. Вот это платье очень понравилось, цветочным таким симпатичным узором и очень приятной расцветкой. Оно такое легкое, но, к сожалению, маленького размера. Ну и, конечно, где платья, там много кардиганов и кофт. Удивило, что было много шерсти, махера и кардиганы с очень хорошим натуральным составом.
много классики, любимые горошки и клеточка. Посмотрите, какие красивые расцветки, какие женственные модели. И цены на них просто очень демократичные. И плюс еще 30% скидка. И снова этот бабушкин рукав. Значит, мода возвращается. А это ассортимент со второго этажа. Тут цены, конечно, немножко другие. Ткани натуральные, но платья и 500 гривен, и 400. Цены другие. Ну и, конечно, как же без сумочек? Сумочки к новому платью. Вот мы прогулялись с вами по секонду. Посмотрите, это же удивительно, что модели возвращаются. Ну да, мода всегда возвращается на круги своя. И вот, погуляв, я захотела посмотреть новый журнал «Бурда Моден» за февраль. Предлагаю вам вместе со мной посмотреть и сравнить, что мы с вами видели сейчас в секонде и что предлагает нам журнал высшей моды «Бурда». Смотрит мои видео, тут знает, что я люблю журналы. И современные, особенно «Бурду» рассматриваю каждый месяц, и винтажные журналы. Кто любит винтажную моду, пожалуйста, есть видео, специально посвященное моде и 50-х, и 60-х годов. Кто еще не видел, приглашаю посмотреть и обязательно подписаться на канал. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.